Книга «20 лучших приемов муай-тай». Узнай самые жесткие и эффективные приемы из древнего и современного тайского бокса муай-тай, муай-барана и муай-чая. Ссылка в описании под видео. Здравствуйте, тай-боксеры! Мы продолжаем наши видеоуроки. Сегодня я вам покажу отработку такой практичной серии. Довольно простая серия. Ну, такая в бою очень пригодится, очень она часто используется. Обоюдная отработочка, и, естественно, сразу покажу от нее защиту. Так как часто уже бывают, ребята делают ее, делают в атаке, делают в защите. Вова поможет мне сейчас. То есть наша серия фронт, два прямых. Мы отрабатываем эту серию сначала для защиты фронт, два прямых. Это левый фронт, то есть противник нападает, вы встаете в стоечке сразу с левым коленом, да, встречаем удар, готовимся принять любой удар ногой. И когда противник видит, что мы сделаем блок, да, он ногой уже не бьет. Обычно сразу стараются пойти руками. То есть и в этот момент ваша задача, это этой же поднятой ногой сразу его встретить фронтом. Это физически довольно, ну, непросто, скажем так, для неподготовленного человека, да, с поднятой ноги сделать вперед удар хороший, с корпусом туда пробить, чтобы встретить противника довольно тяжело. Но если вы это будете отрабатывать регулярно, как бы это все войдет, это довольно будет просто. Главное сработать. В чем прелесть этого фронта? В том, что он абсолютно неожиданный. То есть, когда противник нападает, он видит, что вы стоите в защитной стойке с поднятым коленом. Удара от вас не ждет ногами вообще никак. Все стараются сразу на вас пойти руками. То есть Вова как бы старается делать два прямых, да, я стою в защите, он идет на меня два прямых, я его встречаю сразу в корпус, он сразу подсаживается, удар будет ощутимый, особенно если в солнышко где-то вставите, хорошо нога ляжет в солнышко, он сразу подсядет, и я с этого же положения ногу опускаю вперед левую, и сразу два прямых ему бросаю. То есть мы отрабатываем, он как бы идет, сейчас я работаю в защите, он идет как бы атакующий, как атакующий боец. То есть я стою в защите, он как раз встретил и сразу на ногу завариваюсь и пробиваю два прямых. То есть я не пробиваю, на нее завариваюсь сразу с руками. Дистанция сокращается за счет шага и сразу добавляю два прямых. То есть теперь Вова, вы отрабатываете по очереди. Сначала один, потом второй. То же самое я сейчас. Вова сейчас в защите. Я делаю вот так, он закрылся, я иду, он встречает и сразу два прямых. Потом вы начинаете защищаться. То есть атакующий, да, и сейчас Вова будет атакующим бойцом, я буду в защите. Я в защите делаю свою серию, фронт, два прямых. Вова защищается от прямых. Я вам показывал на прошлых видеоуроках, да, как научиться защищаться в драке. То есть защиту от прямых. Он делает или прием рук, или сбивку, или уклоны. То есть он, получается, идет на меня, отрабатывает защиту. Я встречаю его и отрабатываю серию. Такая обоюдная отработка. То есть каждый отрабатывает свое. Я отрабатываю серию, он отрабатывает защиту. Все, и мы работаем. Он пошел, я встречаю, он два уклона сделал. Опять я его встречаю, он в атаке, я встречаю, он две сбивки сделал. Опять он идет, я встречаю, он два приема сделал. Опять я встречаю, два прямых ушел. И так вы работаете, и потом, то есть вы можете там 2-3 минуты засекли, один поработал, потом наоборот, второй номер работает в защите, первый идет в атаку и отрабатывает защиту от прямых ударов руками. И это обоюдно. Когда получается, вы можете эту же серию отрабатывать только в атаке, то есть обоюдно друг другу эту серию бросать. То есть, например, только здесь уже мы не встречаем левой ногой, а фронт пробиваем прямо атакующий. То есть прямо фронт, я его толкаю и сразу пробиваю серию правый-левый. Или если же я фронт толкнул и ногу вернул назад, а мне удобнее левый-правый опять пробить. И защиту мы делаем ту же самую. То есть от прямых фронт мы принимаем, да, или можем его сбивать рукой. Мы это делаем раз, и сразу два прямых он или принимает, или сбивает. И то же самое вы друг другу бросаете, уже как бы такая работа идет, кто кого сериями перебьет. То есть друг друга обоюдно мы это все делаем. Да, чуть-чуть сейчас поделаем немножко серий. То есть фронт, бам, и два прямых он ушел. И он мне фронт, и два прямых я принял. И сразу же от его прямых я два фронта сейчас встретил, пустил он фронт, ушел, прямые сбивочки сделал.
сделал, принял. И так вы работаете друг другу по очереди, набрасывайте, все красиво, хорошо делаете, аккуратно. То есть основная ваша задача — это как бы отработать защиту. Не именно вставляться, не стараться вставить, а отработать защиту в высоком темпе. То есть, чтобы вы успевали реагировать и на ногу, и на руки, и могли это все понимать хорошо, воспринимать движение ноги, руки и защиту, естественно, от этого всего. Вся наша комбинация — это два прямых, левый, правый, прямой, сразу правый локоть, и делаем за шаг правой ноги и левый локоть с разворота. Очень боевая такая, хорошо применяется. О, мне поможет сейчас. Скажу, что минут прелесть в том, что противник сразу закрывается. После двоечки вы стали, работаем двоечка. Раз, два, противник сразу закрывается, да, в глухую защиту. Сразу на подшаге с левой ногой мы добавляем правый локоть. После правого прямого сразу правый локоть. И сюда же за шагом между перчаток стараемся пробить левый локоть. То есть очень хорошо, да, когда противник зашел, он два прямых принял, он ждет. Он ждет наших дальнейших действий, но он не ожидает локтя. Никак не ожидает. Мы ему этот поближе еще. Мы раз, два, он закрылся. Туда между перчаток опять стараемся локоть просунуть сверху вниз. Да, пробиваем. Немножко его раскрываем этим ударом. Или правым локтем, когда добавляем, правую руку на сторону снимаем. И сразу за шагом туда идем и вставляем уже в открытую голову локоть с разворота. Очень неожиданно. Особенно неожиданно, если противник начинает еще и отвечать. Вот. Да, обычно два прямых попринимали и стараются там левым джабом бросить. Или правой рукой ответить. И в этот момент еще локоть идет. То есть я сейчас два прямых брошу, Вова левый прямой ответит. Идем раз, два. Он прямой отвечает, а я вхожу сразу с правым локтем. Если такая ситуация будет, на противоходе как раз на встречный правый локоть сразу ляжет, если в бороду попадет. Вы это отрабатываете в парах, аккуратно, спокойненько друг другу набрасывайте. То есть на защиту. Учитесь принимать на глухую защиту. Не надо ничего выдумывать, никакие сбивки, там секретные блоки. Просто принимайте на перчатки и сразу старайтесь отвечать. Обязательно на локотниках, не повредить противника. Напарника уже, да, вы отрабатываете напарника. То есть, и мы сейчас работаем чуть ближе. Сейчас два прямых, два локтя. Идем раз, два, локоть правый и с разворота левый. И в точку и вниз. Раз, два, локоть правый и левый с разворота. Раз, два, три локоть, четыре локоть с разворота. Раз, два, правый и левый с разворота. И опять работаем. Раз, два. И правый на левой ноге выпад. И за шагом левый потом локоть. Раз, два, локоть правый и левый с разворота. Раз, два, три локоть, четыре локоть с разворота. Раз, два, правый и левый с разворота. И опять работаем. Раз, два, и правый на левой ноге выпад. И за шагом левый потом локоть. Левый локоть, даже мы отрабатываем парно, левый локоть с разворота все равно проходит между перчатки. Даже когда я знаю, его знает, что сейчас будет локоть с разворота, он все равно проходит. Всего траектория такая настолько непредсказуемая, скажем так, она предсказуемая, но от нее тяжело защититься, так как она снимает руку с защиты. То есть, когда стоит противник, да, вы бьете левый локоть с разворота, делаю сюда, вы снимаете сначала трицепсом руку, а потом проходит сам локоть. То есть, мы стоим, вот ближе на камеру, да. Когда я бью левый локоть с разворота, я сначала трицепсом снимаю правую руку, видите, а потом локоть попадает в лицо. Так мы фронтально на камеру ставим просто ровно, да. То есть, когда идет локоть с разворота, да, вы снимаете рукой правую руку, она уходит в сторону.
а локоть ложится чисто в голову. То есть даже когда стоит глухая защита, эта рука уходит, а потом туда попадает локоть. Очень такое тяжело, можно тяжелый такой нокаут сделать. Серия очень хорошая. Если вы видите, что противник от ваших прямых начинает закрываться, можно смело стараться эту серию пробить. Раз, два, три добавили и сразу с разворота четыре. Именно уже такой акцентированный жесткий удар. Покажу вам такую довольно сложную комбинацию по разным уровням. Если она у вас в бою получится, даже половина ее, это уже будет очень хорошо. Можно серьезные такие травмы нанести, и можно будет даже досрочно выиграть. Даже не даже, а скорее всего. Сейчас показываю, потом рассказываю. Так, не сильно, но чуть-чуть попал. Значит, в чем суть нашей комбинации? Начинаем с левого бокового удара. Ее желательно начинать с уклона, когда вы чувствуете дистанцию приблизительно на руке, да, на левой руке. То есть вы начинаете уклон под боковой, сразу левый боковой в ухо, противник защищается, внимание все уходит на голову, правый лоб пробиваете, сразу нога уходит, и потом левый прямой опять на голову, внимание уводите. Правый прямой в корпус, руки опустились, противник поджался, и правый хай уже полностью нокаутируете. Хорошо, жестко можно выбить ухо, голову отбить. То есть от этой комбинации защититься очень тяжело. Только если вы жестко выставленный, такой довольно опытный боец, да, вы перекрываетесь и не реагируете вообще ни на какие удары. Вы просто перекрылись полностью и все принимаете. То есть тогда есть вариант. А так, то есть очень тяжело. Мы делаем боковой, внимание, голова, внимание, ноги, голова, корпус. И голова уже ногой, последний удар. Удар такой самый жесткий. Как от нее защититься? Опять повторюсь, это только жестко перекрыться. С блоком, да, сразу. То есть, когда атака начинается, вы блок сразу выставили, все колено подняли, раз, тут стараетесь перекрыться, здесь приняли, на локти принимаете прямой. Ни в коем случае не опускайте руки, когда вас бьют в корпус. Если это нога, выставляем блоки. Если руками, сводим локти. С локти свели раз, и уже ногу тоже на перчатку принимаем. Все, тогда у вас хороший вариант есть такой перекрыться, принять все удары. Но вы должны быть готовы к тому, что это будут жесткие такие удары. И надо действительно потерпеть будет эти удары, чтобы не было, ну как сказать, чтобы иметь возможность перейти в контратаку. Убегать от этой серии, ну как бы очень тяжело тоже. Почему? Сразу ваш побег, так скажем, обрубуется вторым ударом. То есть я иду в боковой, сейчас Вова как бы убегает, да, от бокового. Во-первых, я боковой начинаю с подшага, то есть он уже попадает. И его же на отходе я лоу догоняю, ему выбиваю сразу ногу. То есть весь побег заканчивается после лоу. То есть у вас нога ушла, все. Дальше пошла моя двойка на подшаге. И опять-таки, если будешь убегать, опять на ногу вяжешь все равно. Правым хай можно достать довольно далеко, если противник особенно опускает руки и старается уйти корпусом. Можно в ухо вложиться основательно. То есть такая довольно сложная, но довольно хорошая комбинация. Действительно, она может очень сильно вам помочь на ринге и на улице. На этом все. Нажимаем лайки, подписываемся на канал, проходим по ссылочкам, ведем здоровый образ жизни, бросаем бухать, бережем свою печень. Голову как бы сберечь не удастся, если вы занимаетесь тайским боксом особенно, ну, одеваем шлем. До новых встреч!